Из-за ремонта железнодорожного моста на участке Крулевщина-Молодечна с 10 по 13 октября изменяется расписание маршрут следования некоторых поездов, в частности, из Бреста в Полоцк и обратно. Кроме того, отменяется поезд Минск-Полоцк-Минск отправлением из Минска 11 и 12 октября и отправлением из Полоцка 12 и 13 октября. Профсоюзы запускают традиционный флешмоб ко Дню матери. В республиканской акции «Поздравим маму вместе», которая пройдет с 10 по 16 октября, может принять участие любой желающий. Для этого необходимо скачать на сайте профсоюза поздравительную открытку и бесплатно отправить ее своей маме, в том числе в электронном виде. Педагоги Новополоцка в составе делегации от Витебской области побывали во Дворце независимости. В ходе экскурсии удалось посетить зал торжественных церемоний и пресс-центр. Педагогов Витебщины сопровождала пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. Сотрудники Полоцкого РУВД вместе со своими семьями организовали экскурсионную поездку в Минск. В рамках тура выходного дня они посетили музей МВД и историю Великой Отечественной войны. Финальным пунктом программы стало посещение Минск-арены и хоккейного матча Минского «Динамо» против Санкт-Петербургского «СКА».